Ольга, Нью-Йорк, упали на моча, как делать? Спасибо за видео, Петрович. Более 20 лет пользуюсь вашими книгами и использую уринотерапию. Года 4 назад провела серию клизм с обычной упаренной уриной. Выходило очень много белой слизи и различной коричневой жижи. Сейчас очень сильно перевозбуждение ветра, то есть ветер мы... Подразумеваю, это сухость и холод в организме. Итак, что делают клизмы, особенно с уриной и особенно с упаренной уриной? Они как раз, особенно упаренная урина, за счет того, что это концентрированный солевой раствор, она поглощает, как бы сказать, насасывает на себя воду и несколько обезвоживает организм. Из-за этого получается сухость. Сухость и холод. То есть, если вы провели серию клизм там, с обычной и упаренной уриной, вот тут-то надо применять все средства, которые бы не вызывали перевозбуждение вот этой сухости и холода в вашем организме. Я дальше скажу, что это за средства, хотя они там описаны, но... Ну, значит, по вашим советам делаю смазывание тела оливковым маслом после теплых ванн. Да, делайте, смазывайте оливковым маслом и принимайте теплые ванны. Наладила питание. Питание должно быть маслянистое, каши и теплые. Опять-таки, но ощутимого прогресса в том, что касается ветра, нет. Вставляйте еще в анус вот эти вот масла, свечечки из масла, чтобы был такой прогресс, чтобы вы оттуда брали. То есть здесь надо, смотрите, делать прогулки такие медленные, плавные. Здесь надо вовремя ложиться спать, здесь надо тепло одеваться. Быть в теплом, это очень важно, сохранять спокойное состояние ума, это все как раз способствует тому, что усмиряет ветер. Есть, вы знаете, очень хорошо, есть вот такие наваристые супы типа харчо с добавлением там разогревающих специй, вот такой вот, это там, что там в харчо, бульон это, да, далее там рис, далее там этот, по-моему, томаты и еще там перчик или еще там что-то такое. Вот это как раз питание способствует тому, что оно будет вытеснять сухость и холод из организма. Вот видите, какими мы вещами оперируем, а не белками, жирами, углеводами, минеральными веществами и так далее. Это совершенно другой уровень подхода к питанию, который вот это витамины и т.д. это ничего не сделает. Это совсем по-другому надо относиться. Насчет ветра сказал. Вопрос. Можно ли смазывать тело упаренной уриной при повреждении ветра? Нет. Вернее, там можно все делать. Но результат будет, что упаренная урина, она... сильно сушит организм, будет сушить через кожу. И в результате у вас еще больше будет. Вот эти все эти вещи, связанные с сухостью и холодом организма. Поэтому одно дело, вы ее, если ее использовать, опять-таки далее надо следить, чтобы ваш организм работал нормально. Плюс еще какой вы по конституции. Если вы человек такой полный, у вас много жира в организме, тогда можно смазывать, но тут видно, что этого нету. И она будет подсушивать, и вам будет нормально и хорошо. Если же вы наоборот такой стройненький человек, у вас кости узенькие, жира мало, рост маленький или рост большой, какой-то непропорциональный там такой. И вы к тому же чувствуете, что вы мерзнете, к
как только чуть похолодает. Это как раз говорит о том, что у вас конституция с ветерком, то есть организм плохо держит и теплоту, и, и влагу. И как только вы что-то добавляете, или даже снаружи температура окружающей среды, погода меняется, вы уже это ощущаете. Поэтому, особенно если он перевозбужден у вас, массаж с упаренной уриной, смазывание тела упаренной урины делать не надо. Вот делать будете тогда, когда у вас это все начнет работать нормально. Так, опять что-то со светом у нас тут мигает и так далее, тому подобное. Ага. Не будет ли хуже? Скорее всего, будет. Поэтому не делать. Часто ощущаю, как будто покалывание или горение на коже. Ну, это покалывание, горение на коже. Как раз это вот эффект того, что вот это вот сухость в организме. Лицо и руки я каждый день протираю упаренной уриной, работает отлично. Одно дело протирать, а потом смотрите. Работает отлично, отлично. А вот что тогда вас беспокоит? Что там? Ощущаю покалывание или горение на коже. Короче, я рассказал, что бы я делал для того, чтобы убрать ветер. Это смазывание, ну вы делаете оливковым маслом. Это принимание теплых прогревающих ванн. Далее смазывание тела оливковым маслом. Питание, чтобы вот эти вот бульоны такие были. Ну вот как харчо. Вот харчо для меня идеально. Я думаю, для всех идеально. Теплые каши. Никаких... Да, чтобы здесь, смотрите, как можно меньше сырой пищи. Потому что все думают, что сырая пища – это супер здоровье и так далее. Если перевозбужденный ветер, или же он возник потихонечку, так сказать, сухость и холод организма, это как раз говорит о том, что вы переедаете сырой растительной пищей. Следите за тем, чтобы еще кишечник нормально работал, все там переваривалось. И если вы там, знаете, овощи предпочитаете, опять-таки есть такой джипсандал, это вот кавказская кухня, это там тушеные кабачки, там еще что-то, все это опять-таки обжарено там в теплом виде со специями. Вот это как раз то, что надо. И когда вы будете кушать такую пищу, вы вдруг почувствуете, а ты смотри, как ее хорошо принимает организм. Он аж радуется. Вот такие вот вещи, чтобы вы знали, понимали. Как говорится, в любом случае, надейся там на что-то там, а то там только на мочу надеемся, не на то надеемся, на все. Все должно быть в комплексе, особенно, когда вы чувствуете, что идут какие-то отклонения. Это говорит о том, что вы где-то не дорабатываете. И вы думаете, что решить с помощью этого средства, оказывается, тут надо совсем другие применять средства. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья!